мы приехали на Чегемские водопады. Мы приехали в Голубые озера. В общем, приехали мы на озеро купаться, но что-то уже все нафиг замерзли, что думаем, что купаться уже мы с мамой не будем. У нас только чуть Надя с папой полезли в воду, и мы уже не хотим, уже замерзли от дождя. Привет, мы с вами. Привет, мы с вами. У нас идет дождь. Даже с грозой. Да. О, гроза. Слышно. Привет, друзья мои дорогие. Знаете, никак вам не расскажу. Хотела посоветовать, куда сходить, если кто-то вдруг из вас будет в Кисловодске. Позавчера мы ходили, называется Театр-музей «Благодать». Туда лучше заранее покупать билеты, потому что их не так просто достать. Вот, знаете, пошли чисто по совету, ничего такого не ожидали. В общем, конечно, билеты, получается, вроде кажется, ну, не дешево, 1500 стоит билет. Это театр, который сохранил традиции ранние, как называется, салонные театры или как-то так. В общем, такие, которые были небольшие театры, в которые приходит маленькое количество народу, и все происходит как бы вот на маленькой сценке, практически на твоих глазах, как-то так. Вот, и вначале была, ну, типа экскурсия, там как бы тоже музей в этом театре. Было небольшое видео, я поначалу, если честно, как-то скучала, потому что неохота было никаких видео смотреть про город и так далее. Но потом был спектакль, мне особо неохота было на спектакль, если честно, потому что в последнее время, сколько я смотрю спектаклей, ну, как бы мало чего такого достойного. Тут реально просто, вот я не ожидала, была такая ржака, я ржалась весь спектакль просто, особенно женщины, там три было актрисы, просто дико смешно играют, очень близко по моему состоянию души, не знаю, под старину, вообще было дико весело. Какое же было название? «Семейная история» или что-то как-то так называется, по Тэффи, автор Тэффи, вот этих историй, кажется так, ничего не соврать. В общем, дико был смешной спектакль, я просто была вообще в восторге. А потом дальше был ужин, вот, надо было отдельно заказывать уже еду, напитки можно было принести с собой. И во время этого ужина также выступали эти же самые актеры. Пели песни, в общем, такое тоже представление. В общем, очень круто, нам очень понравилось. Так что вот, если кто-то вдруг будет в Кисловодске, обязательно сходите. Мы прям вообще были в диком восторге. Вот, а сегодня мы встречались с нашей родственницей. Такая была теплая встреча. Это двоюродная сестра моей бабулечки. У нас уже никого, к сожалению, не осталось, ни бабушек, ни дедушек. Вот, и
Вот, это наша родственница, которую я вообще никогда в жизни еще не видела, мама видела когда-то очень давно. Поэтому встречайтесь с семьей, не теряйте родственные связи. Это очень приятно, здорово. Как-то в наше время мало кто на самом деле поддерживает как-то родственные связи. И одноклассники так как-то не так общаются. Вот я, по крайней мере, по себе сижу, я не общаюсь ни с одноклассниками как-то особо. Да, ну, с институтскими как бы даже больше, наверное. Хоть какое-то есть общение в Инстаграме, но тоже не очень-то много. Короче, в принципе, я не общаюсь вот ни с кем. И, вот, и родственники в наше время как-то, знаете, раньше как-то люди все более сплоченно общались, а сейчас как-то каждый сам для себя, что ли, как-то такое время становится. К сожалению, на самом деле приятные такие вот родственные встречи, пусть даже какие-то дальние родственники все равно очень сближают. И воспоминания, вот фотографии мы посмотрели, прям очень душевно, так классно. А у нас еще ужасная погода, на самом деле, сейчас вам покажу. Вот, не знаю, видно вам или нет, у меня, кстати, что-то с качеством камеры стало. В общем, вот, я не могу даже на самом высоком качестве записывать видео, только на среднем, я не знаю, в чем дело. Так что не знаем, что с ней делать, никто же никуда не хочет идти, мы сегодня гулялись, хотя еще только 4 часа дня. Вот. А вчера мы ездили на водопады, на Голубые озера. Водопады, я, по-моему, говорила вам видео, как называется, я уже не помню. В общем, тоже нам все понравилось. Ну, конечно, все экскурсии здесь, знаете, если платишь одну стоимость, это не значит, что это окончательная цена, то с вас все равно дерут деньги. Там еще за что-то дополнительное, за туалеты, везде платный туалет, вообще везде, ну, 99% случаев. В общем, конечно, все вас здесь видят в большинстве случаев просто как кошелек, вот большинство людей. И вообще люди, знаете, ну, как бы не все приветливые, очень много каких-то не, ну, не сильно приветливых людей почему-то. Хотя есть, конечно, и хорошие люди, бесспорно, но не все. Чувствуется, конечно, что в первую очередь вы – это кошелек ходячий, и вы – это деньги и заработок для людей. Я не люблю себя чувствовать таковой, даже если по факту так оно и есть. Хочется как-то чувствовать больше тепла от людей, знаете. Вот так. Вообще, знаете, что еще хотела, кстати, давно сказать? Все никак не скажу. Я тут решила, наверное, заняться обучением английского по скайпу. В общем, вот мне эта идея уже давненько пришла в голову. Девчонки меня спрашивали, почему я не преподаю. И писали некоторые, что хотели бы заниматься даже со мной. Вот. И сейчас я подумала, что почему бы нет. Вот. Так что, если у кого-то есть вдруг желание, можете писать мне в личные куда-то сообщения. Желательно, наверное, лучше в Инстаграме. Вот. Там уже договоримся, потому что уже даже мне... Да, лично писали девчонки, что хотят заниматься. Вот, английским, я думаю, что я составлю программу. В основном, конечно, акцент я бы хотела сделать на разговорный английский. Вот, вообще, кстати, у меня есть опыт преподавательства. Я преподавала когда-то деткам, когда училась в колледже искусств. Так что я не совсем профан. Но это, конечно, больше именно в такой, ну, не то чтобы игровой форме, но как... дружественной, что ли сказать, форме, и более именно акцент, наверное, все-таки на разговорный английский, потому что многие путешествуют, и я знаю, вижу со стороны, как это тяжело, когда люди не знают английского, при этом путешествуют, так что акцент будет, наверное, все-таки именно больше на разговорный английский, на какие-то темы для разговоров, о чем разговаривать, и, ну, можно договориться, как бы проходить урок, то есть материалы я, думаю, подготовлю какие-то. Вот, в основном будем разговаривать, в принципе, я вообще могу разговаривать только на английском. Вообще, это, мне кажется, самое идеальное, потому что я сама учила так голландский, с нами говорили исключительно на голландском. И когда с тобой говорят только на этом языке, хочешь не хочешь, приходится начинать говорить и заговаривать. Ну, может быть, 5% максимум нам что-то объясняли на английском, то есть на понятном нам языке, а вообще в основном все шло только на голландском. И это, мне кажется, самое лучшее, это погружение полное в язык. Конечно, если вы полный профан и вообще ничего не знаете, то это будет тяжело, наверное. Но, в принципе, мы так и учили, по-моему. Вот. Так что пока закидываем чисто удочку, это только, ну, я начинаю только эту систему, потому что на самом деле мне сейчас самой придется учить новый язык. Не то, что придется, в принципе, мне хочется, пока не буду вам раскрывать все карты. Вот. Но как-то так. Так что, если кому интересненько, можете написать мне в личные сообщения.
Арнольд. Первый раз, во-первых, залез на кровать, во-вторых, не ушел вместе с мамой к себе в номер, а остался с мамочкой номер один. Кто твоя мама номер один? Ты вспомнил, ты все вспомнил. Ну что, у нас сегодня новый день, мы опять пошли гулять. Снимала для вас макияж, вот этот, который сейчас очень странно выглядит на таком цвету. Короче, да. Вот, я сегодня решила что-то нарядиться прямо средь бела дня, чего бы нет, правильно? Люблю, кстати, нарядиться средь бела дня. Я люблю пить шампанское средь бела дня. Чувствуешь себя принадлежащей какому-то обществу. Не знаю, какому. Вот. Где-то что-то странное, какой-то свет, ничего не видно. Короче, идем гулять. Если что-то будет красиво, будем показывать. Иди, Марина. Или Лена. Мама пошла. Давай на сайт. Давай, давай.